Сегодня в Брюсселе прошла первая за два года встреча Совета России и НАТО на уровне послов. Как заявил официальный представитель нашей страны на этих переговорах, Россия не испытывает дискомфорта от того, что сейчас отсутствует сотрудничество с Альянсом. Также у сторон пока нет, цитата, позитивной повестки дня. Генсек НАТО, в свою очередь, признал, что разногласия сохраняются. Вместе с тем он подчеркнул, что важно обмениваться мнениями по всем вопросам. Это была откровенная, серьезная, хорошая встреча. Не потому, что мы согласны друг с другом, а потому, что мы могли обменяться мнениями, услышать друг друга. Мы приостановили практическую кооперацию между НАТО и Россией, но мы решили, что оставим открытой возможность диалога между политиками. И это то, что мы подтвердили сегодня. Должна быть возможность сесть, поговорить, обменяться мнениями. И именно потому, что у нас есть разногласия, именно потому, что есть сложности в отношениях, важно проводить встречи, подобные сегодняшней. Есть, конечно, негативная повестка дня. Она связана с тем, что Россия и НАТО являются крупнейшими факторами, определяющими состояние безопасности в Европе. И без нормального диалога между ними улучшить качество этой безопасности будет невозможно. Для этого НАТО должно понять, что разрыв контактов по военной линии и диалогу по военной линии – это выстрел себе в ногу, и это будет только ухудшать ситуацию в военной области.